Добро пожаловать на Чиста! Корею по праву можно считать родиной современного киберспорта. И поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы игроки из Кореи полюбили World of Tanks как официальную кибердисциплину. На нашем шоу все играют в формате 7.42, принятом у нас во всем мире. Мы очень надеемся, что команда из Кореи покажет высокие результаты как на WCG в этом году, так и в финале, в гранд-финале нашей лиги. PC не является основной платформой корейского рынка. Здесь также очень сильно популярны консоли, мобильные игры, браузерные игры. Именно поэтому мы сюда привезли на выставку G-Star версию для Xbox World of Tanks, а также первый публичный показ состоялся в версии World of Tanks Blitz на мобильных платформах, что очень понравилось корейским игрокам. В Корее еще не вышел World of Warplanes, поэтому мы пригласили сюда ведущего геймдизайнера Ивана Кульбича из Киева, который рассказывает про игру, отвечает на вопросы игроков. Здесь на G-Star мы уже успели получить две награды. Одна за самый замечательный стенд на этой выставке, а вторая за лучшую мобильную игру для World of Tanks Blitz. Второй этаж мы выстроили специально для наших core игроков. Здесь они могут в тишине и спокойствии поиграть в World of Tanks на Xbox, на iPad или даже в Darts. Также могут получить рисунки самих себя. Здесь специально для них работают два профессиональных художника. Снаружи у нас есть крутая зона для гоночек на радиоуправляемых танках, где толпится масса народу и все получают кучу удовольствия.